Кто из вас танцует? Кто из вас танцует? Димаш Кудайберген на своей странице в Инстаграм поблагодарил своих поклонников. Уважаемые друзья, кажется, что прошло так много времени с того момента, как я обрел большую семью в каждом из вас. Хочу выразить вам огромную благодарность за вашу поддержку и вашу любовь. Вы придаете мне сил и вдохновляете меня на новые достижения. Если бы вы знали, как сильно я хочу вернуться на сцену. Я скучаю по всем вам. Спасибо за то, что вы есть. 31 января итоговый показ концерта Димаш Digital Show на стриминговой площадке TIX. Я очень рад, что вы, уделив внимание, посмотрели наш проект и высоко оценили. Большое вам спасибо за это. Хочу также отметить нашу сплоченную команду и выразить им огромную благодарность за высокопрофессиональную работу. Отдельное спасибо режиссеру концерта Ане Обоянской за трепетное отношение к работе, за талант, за профессионализм. Большое спасибо украинским друзьям, компании «Фаерии» за креативную и техническую поддержку мероприятия. Большое спасибо за великолепные контенты и чудесный свет, Олегу Кондратову. Большое спасибо моему другу, старшему брату, Ерлану Бекчурину, за технический ум, кропотливый труд и преданность делу. А также всем друзьям, коллегам за усердную работу, за отношение к моему творчеству и, конечно, за дружбу. Отдельное спасибо всем организаторам стриминговой площадки TIX. За профессиональную работу. Большое спасибо благотворительной организации проект CARSI, URI, за сотрудничество. И, конечно же, огромное спасибо моей семье, родителям за любовь и поддержку. Желаю всем счастья. Также Димаш в своем обращении напомнил, друзья, не пропустите премьеру клипа Golden, и показал кадры, как проходят съемки. Поклонники, в свою очередь, в комментариях сообщают о том, что также сильно соскучились и ждут с нетерпением встречи со своим любимым кумиром. Вы все крутые ребята. Вы команда, о которой можно только мечтать. От вашей работы получаешь ни с чем не сравнимое удовольствие. Держитесь за свою удачу и не отпускайте ее ни на шаг. Я так вами восхищаюсь, нет слов. И я безгранично рада за ваши успехи. Вы невероятные, твои друзья всегда с тобой. В любом месте, в любое время, в любой ситуации мы всегда будем с тобой. Будем поддерживать тебя и любить безоговорочно. Спасибо, что ты есть, пишут восторженные поклонники. Многие DIYers не только словами, но и делом показывают свое отношение к творчеству Димаша. Нижегородский блогер впервые познакомился с творчеством Димаша и был настолько поражен его талантом, что под впечатлением увиденного стал создавать уникальные, креативные видео. Уникальность состоит в том, что кадры в его клипе прорисованы. Недавно на его канале вышел очередной интересный клип, посвященный певцу. Впрочем, вы сами можете убедиться в этом, пройдя по ссылке, которая будет в описании под видео.
забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.